Парк воинов-интернационалистов – пример того, как можно красиво и рационально благоустроить территорию для отдыха, не навредив природе. В ходе реновации здесь заменили старые пешеходные дорожки, установили видеонаблюдение, удобные практичные лавочки, светодиодные фонари и деревянные инсталляции. По всему периметру множество скворечников и кормушек для обитателей парка. А вот красота леса, свежий воздух, множество шустрых белок и пение птиц остались неизменными. Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от сцены до торгового центра «Корона» по улице Московской. Там установлены урны, скамейки. Также выполнены работы по устройству полностью освещения. Еще мы сделали пешеходную дорожку от аллеи, которая по продолжению улицы Гаврилова, и до центральной городской больницы. В плане благоустройства с учетом пожеланий граждан были предусмотрены места и для торговых объектов. Первый из них – кафе под открытым небом, где можно посидеть на свежем лесном воздухе, только что открылся и ждет посетителей. Планируется как летнее кафе. Вот здесь у нас навес, веранда. Мы планируем здесь красивые столики, стульчики. Здесь все будет шторами завешено. Высадили уже красивые туйки. У нас все прекрасно для детей будет. Мягкое мороженое, напитки, блинчики, хот-доги – все, что любят наши малыши. Жители микрорайона «Восток» довольны, и это главное, ведь все делалось в первую очередь для них. Он настолько преобразился, вы видите сами, как благоустроены дорожки. И вот я сейчас проехала там через березовую, там такая красивая березовая роща, сделали вот дорожки. Вот, ну, естественно, хорошо. Естественно, люди будут благодарить, потому что в больницу ходят, и там скамеечки стоят, пожилые люди могут отдохнуть. Конечно же, это хорошо. Основные работы завершены, однако в парке еще планируется частичная высадка деревьев, регулярный уход и уборка, а также рассматривается вопрос о продлении пешеходной дорожки от улицы Гаврилова до аттракционов. И самое главное, в эту субботу, 22 апреля, в парке воинов-интернационалистов пройдет республиканский субботник, так что можно присоединиться. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.